Здорово, пацаны, камрады и Ютуб. Сегодня у нас коп на огороде. Вместо монет у нас была картошка. Ну, слава богу, братва у нас большая, посадили мы быстро. Есть время покопаться. И вот мы приехали на очередное наше поле. Ее тут поджарили немножко. Сейчас пожароопасный сезон идет, друзья, поэтому окурки, бычки, все остальное, особенно после шашлыков, эти, как они называются, костры, не оставляйте после себя, очень опасно, население рядом живет, поэтому это может привести к неприятностям. И у нас второй сигнал, первый был пробка, как говорит дядька Параваев, это хорошо. И да, действительно, это хорошо, вот вторая у нас лунка, и первая бонитосина, а что это? Это чешуя. Нормально. Чешуя обычная, самая ходовая Михаила Федоровича. Вот такая вот лаптя. Разжевали ее, наверное. Но все равно чешуя не везде и не каждый раз попадается. Поэтому сегодня я, кстати, хабарницу забыл. Вот такая вот чешуйка. И князь Михаил Федорович всея Руси. Что-то типа такого тут написано. Ребят, смотрите, красота. Ну ладненько, берем и продолжаем. Вот на этом месте остались вот следы, видите? Ну это зарастет, ничего. Здесь мы поднимали клад с чешуей. Ёброт, кладуха, ребят! Я в нее лопатой попал. Ну-ка, давай, знаешь что? Вот отсюда вот. Вот отсюда сейчас я вот копню. Вот это нихера. Я такой только кино видел. Здесь надо шурфить. Попадается ведь еще. И Стас потом поднимал тут еще чешую. Вот так вот поджарили. Все тут горело. А вот с того вот края мы вообще сейчас тушили. Там еще сейчас дымок небольшой идет. Ну ничего, давайте продолжать. Пацаны, по пожарам ходим. Был уверен на 100%, что я сейчас выкапываю эту проволоку, говорю. Сейчас говорю, это лежит либо проволока, либо пробка. Был уверен вообще на 100%. А тут смотрите, что. Троямба. Троямба 32-го года. Ё-моё. А, ну да, 32-й. Нормально? И вот они опять вот какие-то, бля, выпуклые. Вот с этой стороны она выпуклая, а вот с этой стороны она впуклая. Что за хрень такая? Э? Видите, она такая чуть-чуть неровная. Надо же, а я тут и не ходил сроду никогда. Тут параша такая, грязь, мусор тут попадается. А вот она, золото партии. Ну и прекрасно. Вторая монеточка. Нормально. Продолжаем косить. Офигеть. Смотрите, глубоко как лежало. Чуть больше штыка прям. Смотрите, а? Красава, вообще целехенький. Красава. Как называется, ребят, скажите. Ну тут он не совсем целый. Вот здесь еще сверху, скорее всего, две такие же вот палочки должны быть. Вообще, смотрите, сигнал, значит, был 10-13. Вот он, это, наверное, штурвальчик. Обалденный какой, а? Четкий. И трак показал штурвальчик. Но звук был такой бум-бум, как черметный. Ну, я решил копнуть. Вот тебе, пожалуйста. Смотрите, красотень, да? Обалдеть. Копаем прям вот все тут на одном месте практически. Отсюда вот, и вот так, и вот сюда я что прошел, вот уже три сигнала. Вот тебе, пожалуйста, место выбито, блин. О, ляпота. Так,
Операторша моя устала. Пришлось вернуться за фотоаппаратом. У меня там находочка. Видите, вон там. О, как далеко. Вот так аппарат замаскирован. Его не видно практически. Пойдем покажу вам, что там нашел. Вон монеточка. Сейчас покажу, какой сигнал она дает. 1.44. Так. Отставим. Давай теперь посмотрим, что же такое есть. Опа. Так. Наверное, деньга. Скорее всего. Ну да, вот он. Двуглавый орел. Рассвечивается. Непонятно. Вроде как и какал. Точно, деньга. А год 49-й, кажется. Ну да. Деньга. 49-й год. Вот такая вот монеточка. Толстая какая прям. Нормально. Помоется. Будет хорошо. Глубоко лежала. Пином оттуда прям доковыривал. Так, сейчас надо будет отъехать мне по делам. Может быть, сегодня к вечеру. Там вон кто-то копает огород, сажает картошку. И, наверное, к вечеру сейчас подъеду. Или завтра тогда утром. Так, мы приехали на новое место. Здесь вот раньше, согласно картам, стоял небольшой хутор. С этой стороны у нас овраг и огороды. Сейчас мы попробуем полазить. Ну, уже все перепахано и засеяно елочками. Будем надеяться, что не выбито. Таких мест сейчас практически не найти. Так, ну что, приступим. Какой пейзаж, ребятки. Просто обалденный. А если прислушаться, деревья, вот, которые шатаются ветром, а, слышите? Тут просто ни минуты тишины. Какие-то звуки страшные издают. Вот в этом буреломе, вот в этом буреломе и стояла деревня. Под названием хрен ее знает какая. И вот тому доказательство. Смотрите, прямо на поверхности. Вот такой вот замок-крючок. Что может быть? Ну, непонятно, но что-то, наверное, от двери залажалось что-то. Может, от сундука, который мы сейчас найдем. Так, отлично. Это уже радует. Для разведки это самая хорошая находка, подтверждающая наличие бывшего населенного пункта. Кованая вещь, старинная. Ну что, продолжим в путь. Так, ну что, пейзаж, конечно, там красивый, но хоть и находки были, которые показывали на то, что там люди жили. Уехали мы, в общем, оттуда. Находки показывали, но мы, по всей видимости, не нашли саму деревню. Где-то по краю, видимо, лазили. Вот такой вот интересный патрончик попался нам. Вот. И самое интересное, что в этом патроне были вот такие херовины. Вот, ребят, кто знает, если расскажите, что это такое вот в патроне, какая-то мандула. Когда я начал его мыть, вот такие вот, какая-то здоровая дрянь, гляньте, типа пулеметная, что ли, какой или что. Так, короче, и встретили комрадов, но куда без них. Мы охренели, короче, когда подъехал УАЗик, вылезли ребята с аппаратами. И один из них был наш товарищ. Никитка, если смотришь, привет. Короче говоря, это уже день третий. И мы снова вернулись. Так, в день по два, по часу, по два часа копаем. Опять мы вернулись на это поле. Еще часок и на хода.
Так, у меня, ребятки, была пауза небольшая. И вот нашел пару деталек. Вот это я хрен знает от чего. Гурт прям как монетный здесь. Видите? Что-то закручивалось. Какая-то пробочка. И вот такая хренотень. Типа от кинжала, наверное, или от сабры, может. Сабли не было. Так, сейчас положим вот тут. И вот еще. Вывалился, еще не смотрел. Пока сходил за фотоаппаратом. Вот в этом комочке. Монитос. А вот что за монитос? Еще, опа. О, нога. Вот это покажу вам. Отпечаточек. А это вот что за монитос? Сейчас их проверим. А, блин, это похоже херь какая-то. Точно. Это пятак 61 года. Поздний совет, очень распространенная монитосина. Нихера почти не стоит. Пол ведра у меня таких, кому надо, пишите. Жарко, страсть, как жарко. Опа. Очень жарко. Красота, все зеленеет, скоро травку подымется, и все, будет перерыв до осени. Ладно, пойдем к машине. Так, ну что, мы будем завязывать на сегодня, хватит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем ролике я вам расскажу, как заказать на Алиэкспрессе отличные аккумуляторы. Бесплатно. Вот такие вот, Пауло. Вот такие аккумуляторы. Хожу вот третий день. Одно деление только убавил. 3000 мА написано. Ну, короче, не буду все раскрывать, все тайны. Подписывайтесь, и вы все увидите. Пока.